оригинальная ручка Паркер, которой уже 20 лет. Я ее покупал в начале 2000-х годов. Она 100% оригинальная. Эта модель до сих пор продается на рынках, но она немножко уже по-другому у нас выглядит. То есть сейчас идет вот этот зажим немножко другого дизайна, и у нас идет по-другому выполненная кнопка. Если у нас вот на этой старой ручке здесь есть как бы такое небольшое углубление, и там есть маркировка, логотип фирмы. На оригинале этой выемки нету, идет просто такой овальный колпачок-кнопочка. За 20 лет ручкой, естественно, я регулярно пользуюсь, уже сменил несколько стержней. Сейчас стоит не оригинальный стержень, но который ничем не уступает оригинальному стержню. Внешние детали ручки сделаны полностью из металла, но все-таки, когда про эту ручку говорят, что она полностью металлическая, люди немножко ошибаются. Давайте я вам покажу, где есть пластиковые детали. Эта часть полностью сделана из металла. В нее вставлена другая деталь с резьбой. Это тоже сделана часть полностью из металла. Это металл, это металл, это металл. А вот у нас и пластик. Вот вставочка вот эта, с помощью чего мы закручиваем, она у нас сделана из пластика. Там внутри у нас еще стоит пружинка. Стержень выглядел точно так же, но, естественно, был оригинальный изначально. Сейчас стоит вот эта фирма. Но, в принципе, нормально пишет, никаких проблем я не вижу. Кстати, у этой ручки вот самое больное место, если вы пользуетесь, допустим, там ей 5 лет, 10 лет, она у вас была на солнце, нагревалась, то вот внутренняя вот эта пластиковая деталь, она может у вас отклеиться, и вам ее придется приклеивать. Но в целом, если аккуратно пользоваться, то навряд ли эта ручка у вас сломается быстро. Давайте посмотрим, сколько она весит. Вес ручки 15 грамм.